Добрый день, с вами goodgame.ru. Сейчас мы берем игрока команды Mind интервью. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Срокин, никнейм Анхи. Я запасной инактивный игрок, по совместительству менеджер на лане команды Mind. Только что Mind проиграла со счетом 2-0 команде Unity. Опиши, почему, что не вышло, что планировали. Готовились серьезно к Unity, планировали побеждать. Были две напряженные карты, первые, которые сыграли в ничью. То есть не хватило времени убить, но в принципе по дамагу мы выигрывали, и нужно было забирать эти карты. Дальше уже так как тактически уже, можно считать, проиграли Химмельсдорф. То есть там тоже были личные фейлы, и не хватило 7 секунд, чтобы свести на ничью. И последняя карта рудники, опять же, личный фейл, и одна секунда, опять же, не хотел до ничьи. Ну, судя по рассказу, напряженные были матчи. В общем, как вообще Игромир, как мероприятие, что ли тебя, все ли тебя устраивает, успел ли где-нибудь пробежаться? Игромир, в принципе, ну, отличается немного, совсем чуть-чуть от прошлогоднего. Некоторые стенды добавились, некоторые остались теми же. То есть все интересное, косплееры, девочки, все круто, все на высшем уровне. Не зря сюда приходят люди из Москвы, приезжают из других стран, из других городов, чтобы посетить это мероприятие. Ну, девочки здесь реально зачетные. Какие вообще планы на будущее? Как там планы на Golden League? Как тебе вообще формат новый 7.54? В принципе, к формату можно привыкнуть. Я думаю, будут интересные бои. То есть станет больше зрителей, станут интереснее игры. Больше добавится динамики и всего остального. То есть я думаю, перспективный формат. Так что посмотрим, поиграем. Будем готовиться, тренироваться, отдыхать, смотреть, планировать. Поживем, увидим. Как вообще сама организация всего этого, то есть, ну, кормят как доехали, ну, в общем, как проживание? Живем мы недалеко от мест проведения, нам сняли хостелы, то есть, в принципе, добираемся пешком, когда ходим, выживаем. Нас, в принципе, кормят, все нормально, организация постаралась, то есть, вопросов как бы нет. И последний вопрос. Как вообще планируешь провести оставшуюся часть дня? Как вообще в Москве планируешь провести? Вдруг у вас время будет? Вдруг что-нибудь интересное планируете? Сейчас будет награждение. В принципе, пройдем награждение, пойдем домой, отдохнем, разберем ошибки. Дальше, может, в магазин там закупимся, вернемся назад, либо поедем в Москву, погуляем. В принципе, у нас все видели, ничего интересного для себя не откроют в этом городе. Ну, как бы планов пока не строили. Понятно. В общем, удачи вам. Побольше вам опыта, побед, выигрышей. Желаю затащить следующий Wargaming League. В общем, удачи тогда. Больше побед, больше скилла, больше опыта. Победы в Golden League. Спасибо. Передаю всем привет посетителям портала Good Game. До свидания.